Губернатор Николай Денин провел совещание со своими заместителями. Обсуждалось социально-экономическое положение Дубровского района. Губернатор еще раз обратил внимание руководства района на необходимость скорейшего решения проблем санатория Трехбратский и реабилитационного центра в Сеще, развитие агропромышленного комплекса и улучшение водоснабжения. Кроме того, на совещании решался вопрос о строительстве новой котельной в поселке Шибениц Дядьковского района. На совещании присутствовал председатель Брянской областной думы Владимир Гайдуков.